Здравствуйте, гости, друзья моего канала. С вами Марина, и мой канал Марина и Орхидеи. Хочу опять вам показать свои цветочки, которые цветут у меня дома. Но у меня началась жара, и цветы начали отсыхать. Вот такая вот беда. Мои красавицы пытаются держаться, но жара наступает. Вот так продолжает цвести мой беглипчик персик. Пришлось срезать один цветоносик, но он цветет у меня с января. Я покупала его в январе. Очень похож на фронтеру, которая выгорела, на дикий персик. Вот эти два цветочка открылись уже у меня дома, и они достаточно такие крупные, крупнее, чем те, что были в магазине. Очень интересно. Продолжает цвести мой Summer Leopard Gold, летний леопард золотой. Вот такой молодец, держит все свои цветочки. Я считаю, что орхидеи, у которых резиновые цветочки, типа как у дикого кота, им немножко полегче. Им не так трудно сохранить свое цветение, а вот те, у которых тонкие лепестки, как вот у Queen Kiss, у нее я уже срезала цветонос. Биглип Спарклинг Кис, искрящийся, тоже уже зеленеет, и не только зеленеет, но и покрывает свои цветочки таким бордовым цветом. Все, я отцветаю, мне тяжело. Вот как раз у этого биглипа цветочки тоненькие, не резиновые. Красавчики, налюбоваться вами. Цветет сапорита. Я ее брала уже в полном распуске, и у меня было ощущение, что она долго-долго стояла в магазине. Ну, по крайней мере, недели две точно. Это я включила подсветочку, чтобы мы с вами полюбовались ее шиммерностью, ее блеском, ее переливами. Надеюсь, что она дорастит свой цветоносик, и у нее тоже цветочки тонкие и тоже хотят завершить свое цветение. Она ароматная, запах от нее разносится по всей комнате. Такая милашка. У моего акварельного пирата Пикати только один цветочек, но и бутончик. Вот так, по чуть-чуть, по одному цветочку продолжает цвести. Лас-Вегас потемнел и тоже отцветает помаленьку. Этот цветочек я уберу, а вот этот будет продолжать цвести и радовать. Красавчик дендробиум тоже теряет цветочки каждый день. Цветочки тоненькие, но ароматит и тоже очень сильно. Такой перечно-ванильный аромат волнами распространяется по комнате. Я поставила вентилятор, чтобы воздух не застаивался, и он гоняет ветер у меня по комнате. Очень красиво цветет Сога Лоуренс. 8 цветочков для домашнего цветения, очень достойно.
восковые цветочки, держит. Яркий. Красивая орхидея. Вот такие красавцы стоят у меня на комоде. Ну а мы с вами переходим к моим полочкам. Эти полочки находятся под подсветкой в полном распуске на все свои три цветочка Везувиус. Вот такой фактурный, красивый. Рядом с ним красавица Черри-бомб, Трилипс. И тоже посмотрите, какие плотные резиновые цветочки. Очень надеюсь, что эти красавчики поцветут подольше. Также в полном распуске пенив. Первое домашнее цветение. Три цветочка. Такой красавец, такой молодец. Бабочка Сога Даймонд. Это уже второе домашнее цветение. Вот такая лапочка. Только три цветочка влезли у меня на ладонь. И еще один сзади цветочек. Малышка Чиа и Янлин бабочка. Красивая, выразительная. А это темная вариация сакрифайса. Вот такой вот огромный бархатный цветок. Все лепестки назад. Вот такой вот необычный. Бабочка Леодора яркая, переливающаяся красотка. Красавица. Дорастил бутончики и раскрылся бодион. Буквально первый день, как открыл этот цветочек. Ну и, конечно же, цветет пилорик Сога Вивьен, но он уже хочет отцвести, так же, как и Стюартиана Пикачип закончила свое цветение, но старается и держит цветочки Iron Man или Пикассо. Такой крупный беляш, замечательная орхидея, блюдечко. Цветет Биглип Джинглс или Аладдин Кис. Это дорощенные цветоносы. Покупные я ему подрезала. И он тут же выпустил из почек новые цветоносики. Так же, как и осенний ветер. Посмотрите, тоже старается, открывает новые цветочки. Яркий, свежий. Посмотрим, сколько он продержится на такой жаре. Очень красиво цветет каменная роза. Это тоже дорощенные цветочки. Но они с такими белыми вкраплениями. Вот этот еще не открылся. Мне кажется, будет вообще бомба, а не цветок. Обязательно покажу, когда он раскроется. Прям шоколад шоколадом. Красавица. И форма красивая, и расцветка красивая. Открывает
цветочек Сара Блаш. Тоже и тяжеловато, но держит свои цветочки. Магазинный цветонос. Неоновая красотка. На заднем плане цветоносы бабочки Маракеш. И красотка Тревиза, такая конопатая, такая лапочка. Pink Beauty. Очень красивый каскад у этой орхидеи. Очень надеюсь, что в следующем цветении она будет полностью бабочкой. Такая прелестница. Красотка Мальвина. Всего три цветочка, но цветет. Цветок крупный. Ну и, конечно же, 3D-шный красавец Black Piano. До того чудесная орхидея. Посмотрим, сколько продержит она свои цветочки. Красавица орхидея. Кимоно бабочка полупилорик. Темненькая, будет таращивать цветонос и пилорик. Это два разных растения в одном горшочке. Белый биглип медуза, нежный. Как бы струящийся. И вот так начала цветать моя маечка. Супермая Трилипс. Но растит на кончике еще бутончик. Может быть, этот бутончик будет бабочкой. Такая смешная орхидейка. Пилор Бинти. И красавчик дикий кот. Сейчас мы его посмотрим поближе. Я его сниму. Конечно же, я отвлеклась на бугенвилию, которая так красиво расцвела у меня на балконе. Такая красавица. Бока-Которский залив. Я живу в Черногории. Это вид с моего балкона. Вот такая у нас красота. Бугенвилия у меня зацветает немного попозже, чем у остальных. Но все равно очень ярко и обильно. И все залито ее цветами. И цвести она будет долго. Зреет виноград. Посмотрите на этого красавца. Я его пересаживала уже здесь. Предложила ему горшочек побольше. Мне кажется, что он дорастил свои листья. Цветочки крупные. Он цветет со старого цветоноса, с нового цветоноса
И на одном из цветоносов есть два ответвления, по-моему, со старого цветоноса. Итого 4 окончания у моего дикого котика. Такие красивые бутончики. Надеюсь на его бесконечное цветение. Красавчик. Яркий. Выпуклый. Такой вот молодец. Сейчас на нем 13 цветочков. Я довольна. Можно сказать, обильное цветение и очень достойное, красивое. Такой молодец. Красавчик. Летает бабочка. Красивая бугенвилия. И хочу вам показать немножко цветочков, которые привезли в Жажету. Это у нас в Херцогнове садовый магазин. Вот такие красивые камбрии, бурагиары. Цена у них 7,40 в евро. Цена невысокая. Кто смотрит меня с Херцогнове, кому интересно, можно съездить и забрать. Такие красавицы. Бурагиара Нелли Айслер. Волшебная куколка. Вот эта звездочка Адентоглоссум. Шикарные цветы. Не скажу, что розеточки крупные, но все хорошие. Тоже камбрия. Цена. Ну а с вами была Марина. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. И всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.